Третья волна коронавируса в мире идет на спад. С мая еженедельно количество новых случаев заражения снижается, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако надеяться на полное искоренение пандемии пока рано, считает во Всемирной организации здравоохранения. Также отмечается, что увеличение распространения новых штаммов коронавируса может быть смертельно опасно для непривитых. Эффективной защитой от вируса остается вакцинация и соблюдение мер безопасности. В мире число зарегистрированных заражений коронавирусом превышает 173,5 миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Лидерами по числу заразившихся остаются США, Индия, Бразилия. Тем временем в Мексике студенты вернулись в свои аудитории. В этой стране смертность достигла самого низкого уровня почти за год. 88% педагогического персонала вакцинированы. Мы принимаем различные меры. Во-первых, все студенты и преподаватели должны зарегистрироваться. При входе у них измеряется температура, выдается краткая анкета для определения состояния их здоровья. Кроме того, для избежания скопления людей, студентов в кабинеты провожают сотрудники института. В Грузии планируют до конца текущего месяца отменить комендантский час. Глава Минэкономики заявила, что это зависит от эпидемиологической ситуации после открытия сухопутной границы для иностранных туристов. Самира Рзаева, CBC.